впервые такая поправка Конституции нам предлагается как волонтерство. Я являюсь волонтером, действующим на территории округа. И сейчас, в период пандемии, эта ситуация показала, насколько важно и востребовано оказалась волонтерская помощь, волонтерское движение. Огромное количество людей старшего поколения и людей, которые вынуждены были находиться на самоизоляции, почувствовали единение и ту действительно искреннюю помощь, готовность помочь каждому нуждающимся. В этот момент очень радостно, что в этот раз голосование пройдет не в один день, 1 июля, а есть возможность свое мнение высказать, отношение к поправкам Конституции с 25 числа. Сегодня, с сегодняшнего дня уже можно прийти на избирательный участок, познакомиться в том числе и с поправками, которые предлагаются к принятию.